Увидел сейчас вдалеке классный мостик. Я очень люблю такие местечки. Необычные, что ли, как сказать. Опять гамак тут. Место для отдыха. Вот, тут речка. Она Пинка, река Пинка, она течет. У нее как бы основное русло-то оно широкое, большое дно. Но вот есть такие как бы, как это сказать, островки образуются. И вот в связи с этим вот такие вот маленькие, она, как сказать, эта речка, она расщепляется. И у берега вот такие текут неширокие. Так страшновато идти вот по такому бамбуковому мосту. Но все равно интересно. У меня столько техники с собой, что если я упаду, то я разом все потеряю. Да, река. Савадика! А? Так, мне говорят, что что-то насчет этого моста. Ну, ситуация следующая. Собственно, мне нечего прокомментировать. Мне что-то сказали, я не понял. Может, говорят, опасно, не ходи. Что-то туда-сюда. Может, говорят, мост недостроен. Кстати, вполне может быть, потому что, ну, тут, блин, перил даже нет. Люди вот, например, мостом не пользуются. Они предпочитают перебираться своими силами. Ну, тут островок небольшой, ничего интересного. Ладно, судя по всему, пора ехать дальше. Я еще совсем практически проехал сегодня. Ну, не знаю, километров, может, 50, что-то в этом роде. Ну, сотню точно еще нет. Погода по-прежнему просто замечательная. Самая комфортная, которую только можно представить. Ну, я и одет, соответственно. Вот. Свитер давно на мне. Вообще, еще у меня есть... Еще у меня есть, конечно, одежда. Но она пока что еще не нужна. Там джинсы у меня, даже перчатки есть. Но это все мне точно пригодится. И джинсы, и перчатки. Еще придется, скорее всего, покупать. Но будущее покажет.